А сейчас мы открываем в Ветхом Завете. В Ветхом Завете числа, книга числа. Глава 15, стих 37. Это другой закон. Это другой закон. Книга числа, глава 15, стих 37. И сказал Господь Моисею, говорил, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, чтобы они делали себе бахрома». Здесь писал кисти. Но это бахрома. На краях одежды своих в родиек и в бахрома, которые на краях вставляли нити из голубой шерсти. Еще раз. Объяви сынам Израилевым и скажи им, чтобы они делали себе бахрома на краях одежды своих в родиек и в бахрома, которые на краях вставляли нити. Что мы видим на картинке, это нити. Там вы видите, это нити голубой. Да, это закон от Бога. Это должно, нам нужно есть это на все края, края одежды с бахромой. Вставляли нити из голубой шерсти. И будут они в кистях у вас для того. Это будет для вас бахромой. Чтобы вы, смотря на них, вспоминали все заповеди Господни. Когда мы посмотрим на эти бахромы, что мы будем помнить все его законы. Дальше. И исполняли их. И не ходили вслед сердца вашего и ошей ваших, которые влекут вас к блудодейству. Еще раз. И будут они в кистях у вас для того. Это будет для наших людей бахромой. Дальше. Чтобы вы, смотря на них, вспомняли все заповеди Господни. И исполняли их и не ходили вслед сердца вашего и ошей ваших, которые влекут вас к блюдодейству, чтобы вы помнили и исполняли все заповеди мои и были святы пред Богом вашим. Это заповедь очень-очень-очень нужна. Не подумайте, или никогда не думайте, что это не важно.
это очень-очень важно. Если не важно, Бог не будет сказать об этом. Это очень важно для наших людей, что у нас будет бахрома и тоже нить. Эта нить должна быть голубой. На крае одежды, все одежды, которые мы одеваемся каждый день. А зачем этот закон? Это очень нужно, потому что, еще раз, потому что если это не нужно, Бог не будет сдавать это для наших людей. Это нужно, что когда мы посмотрим, как у меня здесь, как у меня здесь сейчас, если когда мы посмотрим это, что мы не будем нарушить все его законы или заповеди. Bishop Nathaniel of Israel United in Christ. Please subscribe to our YouTube channels. Stay up to date with our latest events, music, and classroom lessons. IUIC plans to continue visiting different countries where this gospel has not been preached before. IUIC needs your help in pushing this truth. So join us, subscribe to our Instagram, Facebook, Twitter, and podcast, and stay up to date with us. For more information, please visit www.israelunite.org.